Ергу посетил представитель рейтингового агентства QS World University Ratings Жак Д. Шамшинель. В рамках делового визита состоялись семинары и конференции. Семинар, где нацеливают не только на анализ того, что уже есть, на анализ достигнутого, но и рассказывают о том, как улучшить свои позиции, как это делать конкретно. Советуют очень важные алгоритмы работы, которые мы можем донести до всех, кто участвует в этом процессе. Это очень важно. Французский специалист в ходе семинара подробно рассказал про процесс создания рейтингов. Кроме того, он объяснил, как можно попасть в топ. Также эксперт отметил, что для университетов рейтинги – немаловажная часть репутации. При этом они не должны кардинально влиять на обучение. На сегодняшний день основной задачей работы университетов всему миру является именно глобальное взаимодействие с представителями как академического сообщества, так и студентами. Итогом делового визита стала встреча представителей ЕРГУ и агентства QS. Они обсудили условия сотрудничества и наметили планы по закреплению нашего университета в топе лучших высших учебных заведений мира. Мы рассмотрели то, что у нас получилось, посмотрели на то, где нам нужно усилить работу и в чем. Это большая такая аналитическая работа, которую сделали эксперты QS. И мы осмыслим это дело в ближайшее время и будем двигаться в том направлении, чтобы наша позиция в рейтингах была увеличена. Составление рейтинга – процесс не быстрый. При его создании учитывается множество факторов, а в основе каждого лежит разная методика. По мнению специалиста агентства QS, большую престижность и известность ЕРГУ даст нахождение в топе 1000 университетов мира.